Ну и вопрос отопления по-прежнему волнует красноярцев, хотя, как пишут жители на улице Карбышева, у них тепло и хорошо, и благодарят коммунальщиков. А вот на проспекте Свободном 75Б во всем доме до сих пор нет отопления, уже второй день нет горячей воды, неизвестно, когда включат. И многие жители, у которых подобные проблемы, сегодня могли дозвониться на прямую линию по вопросам отопления, которую проводил глава города Эдхам Акбулатов. Горожане чаще всего называли проблемой нежелание коммунальщиков искать причину неполадок. Полтора часа рабочее место главы города было филиалом службы 205. Там же на горячей линии присутствовали и главы районов, и проблемные адреса также записывал сидящий по соседству глава департамента городского хозяйства. Ну и как часто это бывает, после разговора с мэром тепло в квартирах появлялось моментально. Хотя Эдхам Акбулатов отметил, что решать проблемы за воздушенного стояка — это, конечно, не уровень мэра. Но прямая линия помогла, по его словам, составить общую картину происходящего. Наверное, это свидетельствует и о плохой работе управляющей компании, потому что ответственность должна быть у всех на уровне, и тогда многие вопросы могли бы решаться более оперативно. Наверное, это свидетельствует, и очевидно, это свидетельствует о недостаточной работе районных администраций. Но не сможем мы силами мэра, районной администрации принудить тех людей, которые, может быть, работают спустя рукава, правильно выполнять свои обязанности. Мы должны людей вооружить грамотными договорами, чтобы был реальный общественный контроль.